Ароматный торт в нежном облачке шоколадной заливки. Творог, вишня, шоколад, уже ставшая классикой трио в новом исполнении. Приготовить такой торт легко и просто, а отменный вкус и эффектный разрез непременно покорят ваших гостей. Торт вкусен и теплым, и холодным. Однако вся красота слоев в разрезе лучше видна в холодном состоянии. Молоко 300 мл для блинов. Яйца 2 штуки для блинов. Мука пшеничная, 150 грамм для блинов. Сахар 2 столовые ложки для блинов. Ванильный сахар 5 грамм для блинов. Соль 1 щепотка для блинов. Разрыхлитель 1/2 чайных ложки для блинов. Масло сливочное 50 грамм для блинов. Творог 300 грамм для начинки. Сахар 4 столовые ложки для начинки, 2 в творог и 2 в вишню. Яйцо 1 штука для начинки. Вишня 2 столовые кона для начинки. Лимонный сок 1 столовая ложка для начинки. Сметана 150 грамм для заливки. Яйца 2 штуки для заливки. Крахмал кукурузный 1 столовая ложка для заливки. Сахар 2 столовые ложки для заливки. Какао-порошок 2 столовые ложки для заливки. Количество порций 6-8. Приготовьте продукты для блинчиков. Просейте муку с разрыхлителем, добавьте сахар, соль и ванилин. Влейте молоко, вбейте яйца и венчиком взбейте однородное тесто. Растопите сливочное масло, влейте его в тесто и еще раз хорошо перемешайте. Выпекайте тонкие блинчики и укладывайте их стопкой. Приготовьте продукты для начинки и заливки. Замороженную вишню, не размораживая, засыпьте сахаром, влейте лимонный сок и доведите до кипения в микроволновке. Дайте остыть. Тщательно смешайте творог с яйцом и сахаром. Выкладывайте начинку на блинчик дорожкой. Сверху выложите по несколько штук вишен. Скручивайте блинчики в тугие рулеты и плотно укладывайте по спирали в хорошо смазанную сливочным маслом чашу мультиварки. Для заливки венчиком хорошо взбейте сметану с яйцами, сахаром и какао-порошком. Залейте блинную спираль шоколадной массой. Выпекайте в режиме выпечка 1 час. С помощью решетки пароварки аккуратно переверните торт на блюдо. Подавайте теплым или полностью охладите. Холодный торт нарезается лучше.